Классный диджей играет хорошо, да, нам понравилось. Мелодично. Кого-то реально, я только в клуб зашел, и тут еще такая базовая музыка играет, только начало. Заслуженный мастер спорта СССР, легенда ПВК ЦСКА Сергей Тараканов! Легенда ПВК ЦСКА Андрей Кириленко! Памятные фото нашим экс-игрокам вручает президент ЦСКА Андрей Ватутин! Кириленко знаю, это президент Российской Федерации баскетбола. А ты знал, что он играл в НБА? А сегодня, кстати, после матча Тараканов и Кириленко устраивают автограф-сессию. Я пойду. Я надеюсь, вы тоже. Я честно скажу, я сегодня первый раз на баскетбольном матче. Это очень захватывающее зрелище. Я в какой-то момент поняла, что я уже не могу себя контролировать. Я просто вскакиваю и болею. Конечно же, Никита Курбанов. Мы недавно с ним еще познакомились на каком-то мероприятии в Инлайн. И, собственно, поэтому сегодня болею с ним. Наш Самсон накидал сегодня порядочно. Надеюсь, еще напихает. Слушайте, ну, я верю в него. Я надеюсь, это будет для него трамплином на нечто большее. Чемпионат очень выровнялся, и действительно команды показывают очень интересную игру, и мне приятно видеть, что вот сегодня мы наблюдаем великолепную дуэль Самсона Руженцева и Саши Платунова, которые активны, которые агрессивны с мячом. Наши игроки, молодые игроки, резвые игроки, вот это то, что хочется видеть. И я вижу, что во многих командах сейчас есть такие таланты молодые, которые готовы потихоньку забирать время у более опытных ребят. К счастью, есть такой парень-зажигалка Каспар Вейер. Он вдохнул своими трехочковыми какую-то интригу и жизнь в игре. Надеюсь, что все будет в порядке. Легендарные игроки и тренеры были удостоены награды Министерства обороны Российской Федерации. Юбилейные медали 100 лет Центральному спортивному клубу «Армия». Катка, ребята, нас ждет клатч. 8 минут играть, и разница всего 4 очка. ЦСКА пока отстает. Это же Парма играет. Игра мяса.
трехочковую пытались забить, но не забили. И мы выиграли. Это мне нравится просто больше всего то, что наша команда никогда не сдается. Конечно, соперник серьезный, очень такой неуступчивый, но ожидалось, что мы сыграем с ними все-таки легче для нас, но никак не плюс один сегодня у нас и победа. Я рада, что победили, но это было сложно. У нас есть большой потенциал у нашей команды, его нужно реализовывать. I knew when coach called my name to go back in, I needed to be aggressive, and that's what I was, and we was able to win the game. My teammates trusted me and went out there and played and know how to play. You know, we Jessica, so any team we play, they're going to play the toughest. You know, we're a big game for anybody in this league, so I wasn't surprised where they played. You know, they tried to beat us. They almost did, so I'm just happy we got the win, and we didn't play our best. And we know that's how it's going to be for us this season. We got to come with our A game every game, just like the other team, so... I'm happy we got the win, and team win, and just moving on to the next one. Воу, ребята, не может быть, рядом со мной, рядом сидит Самсон Руженцев. Самсон, это ты? Это действительно я, да. А у меня первый вопрос тебе, вопрос будет по игре, какого черта, вот ты сейчас подошел, и ты вообще, ну, сухой абсолютно вообще, ты 13 очков на табло, мы видим, как удалось абсолютно сухому парню набрать 13 очков. Слушай, на самом деле, после первой половины я был очень даже мокрый, как будто просто душ принял. Был большой перерыв, где я провел на скамейке во второй половине, вот, и только в последнюю атаку вышел вот, на защиту, поэтому не успел как бы вспотеть за 8 секунд последних. А вот скажи, почему справедливое ли решение тренера продержать тебя так долго после такой прекрасной первой половины? Я считаю, что да, потому что во второй половине он тоже дал мне много времени. Я несколько бросков забрал, 3-4 броска, по-моему, ни одного я не забил, поэтому... Ну, остыл, тренер это видел. Вот. Такой, ну, Самсон сегодня пришел в бессменной одежде, ему надо просохнуть, идти домой, да? Куда стоите? За колбасой, Москва, 1983 год, колбаса по талонам. Сергей Тараканов и Кириленко, это легенды баскетбола и ЦСКА в частности, поэтому я прям нервничаю немного даже. Советую всем купить. Классно, игра отличная была. Я прям в восторге. Мне было жалко даже Пермяков в какой-то момент. Со мной сидели ребята там, кто из Перми, они прям ждали уже, что будет сенсация. Какие-то в конце секунды решали до того, выиграем или не выиграем. Очень переживабельно. Но я рад, что наша команда взяла верх, потому что ЦСКА всегда будет первым. Эта победа была очень трудная для ЦСКА. Есть еще к чему стремиться. Болеем, поэтому выигрывайте.